Всем привет, друзья! У нас выпал долгожданный снег, а значит самое время для первого выезда и обкатки снегохода. Для этого мы приехали сюда, на берег Волги. При разработке рамы особое внимание было уделено продольной и поперечной развесовке снегохода. Как итог, он отлично рулится, устойчивый и не заваливается в поворотах. Передняя и задняя подвеска в меру жесткие и хорошо отрабатывают неровности покрытия. Несмотря на неприкатанность узлов и агрегатов снегохода, на прямых и ровных участках он разгоняется до 60 км в час. С появлением наката максимальная скорость должна еще немного увеличиться. На холостых оборотах коробка реверса нормально переключается, но для удобства не хватает фиксации рычага, так как есть риск недовключить передачу. Будем дорабатывать. Как и ожидалось, на ходу реверс-редуктор шумит из-за прямозубых шестерен. Со стороны его слышно, но это не критично. А вот тормоза оказались слабые и нуждаются в повторной прокачке, так как схватывают только со второго нажатия. Исправим это в первую очередь. Первый выезд обошелся без поломок, да и в целом снегоход показал себя очень достойно, оправдал все наши ожидания. Остается довести до ума выявленные недочеты, и можно продолжить сборку, попутно обкатывая его. На этом на сегодня все. Следите за новыми выпусками, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!